Я практикую стиль боя конго-кен. Сперва нас бьют деревянными мечами, затем цепями. Затем мы противостоим выстрелам из старых пушек. В заключение мы купаемся до рассвета под 30-метровым водопадом. Не жалей сил. Ударь меня посильнее. Ты очень учтиво со мной обходишься. Полагаю, мои удары не сработают на тебе. Я принимаю твое предложение. Какой же ты дурачок. Бриллиант раздавили в лепешку. Квит Оливер демонстрирует непревзойденную мощь. Мне еще не доводилось видеть подобную силу. Кое зрелищное проявление могущества. Доказывает ли он нам, что сильные мышцы порождают такую мощь? Турнир Рай-Тай, первый раунд. Мы увидели 6 поединков.